мире больше миллиарда человек потребляет никотин в разных формах, а большинство курят сигареты или используют их различные электронные альтернативы. Все с детства знают, что курить вредно, но так как это настоящая зависимость, а последствия кажутся такими далекими, расставаться с разрушающей привычкой спешит далеко не каждый зависимый. 31 мая отмечается Всемирный день отказа от курения. И сегодня мы еще раз проясним, все же ради чего стоит навсегда выбросить из своей жизни сигареты. У нас в гостях врач-фтизиатр, пульмонолог, заведующая кабинетом мониторинга противотуберкулезных мероприятий Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера Элина Ильясова. Элина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот этот вот первый самого момента, о котором я уже сказала, мне кажется, очень многих как раз не останавливает. Риски кажутся такими далекими. Казалось бы, я выкурил, ничего у меня нигде не отвалилось, ничего нигде не перешло в какую-то другую стадию. Это все будет когда-то, возможно, не со мной. Так вот, какие последствия курения, которые реально человек может заметить? Но на самом деле привыкание к курению может возникнуть и с одной сигареты. Человек начинает курить, он испытывает удовольствие в курении, и он считает, что курение ему помогает расслабиться, сосредоточиться. То есть без курения он уже не видит смысла в своей жизни. И риск от курения, он тоже с первых дней начинает свое проявление. То есть у человека возникают определенные проблемы со здоровьем, начиная уже с первых моментов курения. Ну вот какие это, грубо говоря, там в первый там, год-два могут быть, и потом в десятилетие, вот какие риски? Ну, в первую очередь страдает система дыхания. У человека развивается кашель, одышка постепенно, у него снижается физическая активность. У него возникает риск заболеваний, вирусных заболеваний, простудных заболеваний. У него снижается иммунитет, и человек страдает от простуд в том числе. И если он заражен уже микобактерией туберкулеза, у него развивается туберкулез. То есть развитие туберкулеза – это такой вот фактор, который, а вернее, курение – это такой фактор, который может быстрее привести еще к туберкулезу. Да, если человек уже является носителем микобактерии туберкулеза, а это большинство взрослого населения, то при ослаблении иммунитета у него разобьется заболевание туберкулезом. Что происходит лет через 10-20 лет, вот когда курильщик такой уже со стажем, я не знаю, с детства практически, с юности? Чаще всего курение – это фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких. Это тяжелое заболевание. К сожалению, лечения от него нет. Можно только поддерживать свое состояние, бронхи раскрытыми. Человек страдает одышкой, у него совершенно нет сил выполнять повседневную работу. Скажите, а вот те пациенты, которые к вам попадают в противотуберкулезный диспансер, все ли они курят? Вы знаете, большинство пациентов, к сожалению, курят. И у них есть сочетанные патологии тоже достаточно часто. Это хроническая обструктивная болезнь легких и туберкулез в сочетании. Насколько это, конечно, усложняет более процесс? Тяжелые больные. У них и лечение туберкулеза более длительное, более тяжелое. И медикаментозная терапия более сложная у таких пациентов. У них чаще бывают побочные реакции. Поэтому всем пациентам, кто находится у нас в диспансере, на учете состоит, мы всегда рекомендуем в первую очередь отказаться от курения. А ковид, вот новая коронавирусная инфекция, с которой мы уже все живем, понятно, да, это как данность нашего сегодняшнего дня, которую мы все пытаемся побороть. Насколько курение осложняет течение инфекции? Это научно признанный факт, что курение снижает иммунитет у человека. Это и гуморальный, и клеточный иммунитет, то есть все компоненты иммунитета снижаются из-за курения. Но это, конечно, зависит и от стажа курения. Чем дольше человек курит, тем он больше проблем накуривает себе. И, конечно, если человек заражается коронавирусной инфекцией, заболевание у него протекает в более тяжелой форме. А что касается пассивного курения, во многих семьях есть такая ситуация, когда, допустим, супруг курит, супруга нет, но она всегда находится рядом, либо дети. Казалось бы, там, допустим, отец, глава семейства, выходит на балкон или там, допустим, в туалет, может быть, кто-то в подъезд. Я вроде бы при всех не курю, да, но вот что происходит, когда все-таки в семье один человек курит? В машине, рядом, в компании? Ну, табачный дым все равно попадает в квартиру, если человек курит и страдает от этого. Конечно, члены
члены семьи. Особенно страдают дети. У меня на учете состоят многие дети, страдающие бронхиальной астмой. И когда я расспрашиваю их, часто бывает, что они, конечно, являются пассивными курильщиками в том числе. Конечно, это фактор риска большой. И мы советуем родителям отказаться от курения вообще, но если они курят, конечно, не курить дома. Угу. Рядом стоять на улице на каком расстоянии, ну, относительно безопасно? Чтобы дым не попадал в легкие. Чтобы дым не попадал. Конечно. Вот для тех, кто хочет бросить курить, но понятно, что это не просто привычка, а зависимость, да, это все сделать сложно. Можем ли мы как-то поддержать этих людей? Что происходит с организмом, когда человек бросает курить? Возможно ли повернуть вспять какие-то процессы? Ну, во-первых, человек должен принять решение бросить курить. Никто не сможет заставить, если человек сам не захочет. Он должен принять решение и одномоментно бросить курить. Особенно для людей, которые не так долго курят, то есть это не стаж курения в 20 лет, 30, бывает и 40 лет люди курят, то это одномоментный отказ. Не нужно снижать дозу курения, потому что никотин, это же как наркотик влияет. И снижать дозу, это значит просто увеличивать тягу, ждать этой сигареты, которую ты закуришь там не 5 штук в день, там, а 2, и ты будешь ее ждать. Дайте, она более желанная будет, будет больше приносить удовольствие. Поэтому лучше одномоментно. Бросили и все. Это во-первых. А во-вторых, есть еще никотин, содержащие лекарственные препараты, жевательные таблетки. Вот их тоже нежелательно использовать, потому что никотин поступает с ними и как бы продолжается вот эта вот никотиновая зависимость. Те люди, кто может бросить курить, кто не так долго курит, лучше, конечно, это сделать одномоментно. Так что же вреднее, вот сам никотин или дым, или вот эти процессы горения? Здесь нельзя сравнить, что более вредно. Все вредно. И никотин вреден, и смолы вредны. Вся таблица Менделеева есть в сигарете, в сигаретном дыме. Поэтому все вредно. И электронные сигареты – это вредно. И кальян – это вредно. Все, любое курение, любая интоксикация, она, конечно, вредит здоровью. Можно какой-то пример привести, вот что происходит с легкими? Да, они могут ли очиститься, через какое время, допустим, да? Может ли восстановиться, не знаю, там, объем легких какие-то, вот силу человека, вот если он бросает курить? Все зависит от стажа курения и от объема курения в сутки, от потребления сигарет. У нас есть такой показатель, индекс курения. Это сколько сигарет человек выкуривает в день. И этот индекс курения и показывает риски. Если человек выкуривает пачку в день и курит 20 лет, наверняка у него уже сформировалась хроническая обструктивная болезнь легких. И изменения в легких уже необратимы. То есть человек уже зависит от лекарственных препаратов, и без них он не может просто свободно дышать. А жить с этой болезнью без лекарственных препаратов невозможно? Нет, уже, невозможно. Да? Ну, практически невозможно. Ну, тоже зависит от стадии заболевания. Если это тяжелая хроническая обструктивная болезнь, конечно, без препаратов человек не может выполнять даже повседневные свои дела, к сожалению. Но если стаж курения небольшой, то восстановление может проходить и быстро. После последние брошенные сигареты у человека восстанавливаются примерно через месяц ворсинчатые эпители в бронхах, которые помогает выполнять такую функцию, называется мукоцеллярный клиренс, когда реснички и эпители мерцают, и они выводят слизь, все интоксиканты, все, что попадает в организм. Вот этот мукоцеллярный клиренс, он возобновляется где-то через месяц у человека. Вот. А смолы выводятся в течение года-двух полностью из легочных альвеол. Ну вот примерно такое время нужно для того, чтобы очистить легкие. Но на самом деле не только легкие же страдают, и нервная система, и сердечно-сосудистые, это же и риск сердечно-сосудистых заболеваний курения, эндокринная система, и мозг, практически все репродуктивная органы. Система, репродуктивная, да? система, все страдает от курения. И, конечно, лучше принять такое решение об отказе от курения. Скажите, вот это миф или это действительно прямо так? Вот врач
врачи пугают, есть такая страшилка, что легкие совсем черные, если нажать на легкие, там что-то даже вплоть до смол, который выделится, ну, понятно, что у человека, который уже не живет. То есть человеку легкие курильщика. Ну, легкие курильщика, есть такое понятие, конечно, препаратах мы это видели после операционных, но это, конечно, большой стаж курения. Это 40 лет, может быть, стаж курения, когда уже такие изменения. Ну, наверное, заключительный вопрос. Все-таки мы коснулись этой темы, и вы представляете противотуберкулезный диспансер, поэтому не могу его не задать. Как у нас сейчас с туберкулезом вообще в Самарской области? Какие группы риска, какие люди сейчас чаще всего болеют? Но туберкулезом может заболеть любой человек. Это же инфекционное заболевание, и заразиться может каждый человек. Это не асоциальные лица, это совершенно любой человек, работающий, социально сохранный, может заболеть. Это может быть взрослый человек, это может быть пожилой человек, это может быть ребенок, ну это реже всего, конечно. Вот. Туберкулезу подвержен любой человек. Факторы риска есть – это хронические заболевания, это интоксикации по типу никотиновой зависимости в том числе. К группам риска также относятся люди, страдающие алкоголизмом в том числе, ну и многими другими заболеваниями. В настоящее время заболеваемость туберкулезом снижается в Самарской области. С 2013 года ежегодно мы наблюдаем снижение основных эпидемических показателей. Это и заболеваемость туберкулезом, и распространенность, и смертность от туберкулеза. Поэтому тенденция к улучшению эпидситуации у нас вот наблюдается благодаря множеству мер, которые проводит и общая лечебная сеть, и противотуберкулезная служба Самарской области. Спасибо большое, Елена Валерьевна, что были сегодня у нас в гостях, прояснили такую важную тему. Я напомню, что в последний майский день отмечается Всемирный день отказа от курения. Входите в лето здоровыми, с новыми привычками. Сегодня у нас в гостях была врач-фтизиатр, пульмонолог, заведующая кабинетом мониторинга противотуберкулезных мероприятий Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера Елена Илясова. Всего доброго!